Большим гала-концертом завершился 5-й зональный корпоративный фестиваль «Газпрома «Факел». Всю неделю в Томске зажигали новые звезды. Самые яркие моменты у Екатерины Лоскутовой. Свыше 1000 талантливых детей и взрослых собрались в Томске, чтобы проявить все свое творчество на корпоративном фестивале «Газпром «Факел». Творческие состязания и встречи проходили сразу на нескольких площадках. Основная сцена – большой концертный зал. Именно здесь в течение 3 дней разгорались самые яркие эмоции. Участников фестиваля оценивали эксперты в области вокала, хореографии, художественного мастерства. Но не только оценивали, но и давали практические советы. Члены звездного жюри провели мастер-классы. А для многих «Факел» стал еще и путевкой на большую сцену. Мечтаю эту девушку увидеть среди артистов хора имени Пятницы. За кулисами и на сцене царила особая атмосфера. Конкурсные дни были наполнены волнениями, надеждами и, конечно, радостью побед. Невозможно описать! Все номера отличались артистизмом и яркими красками костюмов, дополняли которые сценические декорации. В этом году сцена «Факела» представляла собой импровизированный вокзал. Вокзал, где исполняются мечты. Невероятное волнение, потому что, когда ты стоишь за сценой, это просто, ты понимаешь, что огромный зал, и ты должен выложиться на все 100%. После выступления как бы эмоции, и мы выплеснули все в зал, и зал нам ответил с любовью. Много такой радости, позитива. И вот на сцене БКЗ подведение итогов творческого праздника. Гала-концерт объединил лучшие коллективы. Они вновь вышли на сцену, чтобы подарить ощущение радости. Кульминацией праздничного вечера стало оглашение имен главных победителей. Гран-при фестиваля получили 3 коллектива из Башкирии, Пермского края и Томска. Огромное спасибо. Спасибо участникам. Они готовились и готовились не один год к этому. Это огромный труд. Спасибо вам большое. Спасибо. Фестивальную эстафету «Томск» передает Витебску. В мае победители зональных туров отправятся в Белоруссию, где состоится финал конкурса «Факел». Екатерина Лоскутова, Андрей Никифоров, «Вести», Томск.